кампусе ДВФУ проходит международный молодежный форум Urban Way. В мероприятии участвуют более 40 спикеров, которые обсуждают вопросы развития городов будущего. Стартом форума стало пленарное заседание, где затронули тему развития образования в отрасли и застройки. У меня были предложения очень простые, искренне бы хотелось, чтобы организаторы форума включили их в итоговую резолюцию. А, безусловно, это внедрение черчения в школьную программу. Это появление архитектурных классов в наших школах. Глава города подчеркнул и необходимость увеличения количества мест в университетах для обучения на направлениях подготовки, связанных с урбанистикой и архитектурой. Ключевой тезис от администрации города, от меня лично, был стратегический, о необходимости создания той системы образования, которая позволит выпускать из наших университетов ребят профессиональных. Делать так, чтобы сегодняшние школьники, завтрашние абитуриенты понимали и хотели, и видели себя в этом направлении. Хотели поступать в наши вузы, хотели быть архитекторами, хотели быть строителями. В свою очередь, участники пленарной дискуссии сошлись во мнении, что сегодня действительно существует проблема кадрового голода в отрасли. К примеру, руководитель приморского филиала корпорации Development Юг рассказал, что компании готовы делиться своим опытом и обучать молодых специалистов, приходящих на практику. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.